заявление с прокуратурой сделано уже, и Ена об этом прекрасно знала, следователь, все, что человек похищен. Все абсолютно знали. И в СБУ, и в прокуратуре. Заявление жены было. Заявление было, да, о похищении человека. А они говорят, что 13-14 он не явился, он нарушил. Вот. На основании вот этого, то, что подал новый, абсолютно новый, мальчики два были. Вот, они подали.